Значит, спасибо большое. Ой, блядь. Так, надо разобраться, что из этого что. Блядь. Давайте все сделаем 20%. Короче, я не знаю, кого даже отблагодарить точно. Видимо, самого создателя игры Хлебогорск. Короче, ребят, подписывайтесь на паблик... паблик Хлебогорск ВКонтакте, и, соответственно, если вдруг вам понравится, тоже качайте, играйте. Собственно, я постараюсь это как-то, блядь, пройти. Сейчас. Давайте я попробую сейчас сделать по-человечески чуть-чуть. Во! Все, я могу вот так захватить. Ебать, там жесть. Сейчас я секундочку перемещу это окошко, чтобы оно было... Блять, как-то вот... Так? Вот, и, наверное, здесь оставим. Ну ладно, поехали. Надеюсь, я разберусь с управлением, и не будет затупа на 54 года. Так. Я Киркхэммет, очевидно. О, управляется мышкой. И стрелочками, и мышкой. В принципе, достаточно удобно. Так, ну я что-то про такие игры представляю примерно. Дом Ильи Мальмстена. Илья Мальмстен. Так. Я могу что-нибудь спиздить? Бабло похавать, не знаю, там, хлебушка пожевать? Нет. Ладно, Илья Мальмстен. Мальмстен. Хо-хо, чел, знатно кринжуешь. Такого хлеба намесил, что, короче, пиздец. Зайди к Юрию. Ну, я думаю, надо сходить к Юрию, как бы, Петровичу, чтобы перестать месить хлеб. Кирилл Хомяков приехал в Хлебогорск. Ну, очевидно, вернуться я туда не могу. Я думаю, буду просто заходить в во все амбар. Я надеюсь, что тут этот самый... этот должен быть... Как же его... ПГТ Афипский, типа, в амбаре за коровником. Привет, тебе нужна касса, там особ гитара. Си то хочешь гипсон и фендер, и даже дезексон, и все дешевле, чем в магазине. Хороший подпис... Ильи Мальмстена. Допустим, не хочу. И ладно. Ладно, не надо, допустим. И здесь есть какой-то тоже сарай. Хата Филиппа Анисимова. Колешься? Да, можно с тобой. Но принести 5 гвоздей. Блять, ну для Хэммета 5... Для... То есть Кирилла Хомякова 5 гвоздей, это, знаете ли, это невыполнимая задача. Мусторг. А тут тот же самый китаец должен сидеть, мне кажется. Илья МГТВ, приветствую тебя. Что тебя интересует? Расскажите подробнее про магазин. А это ритм или соло? Съебал на парашу. А это кто там такой сидит? Блять, ладно, в пизду. Я пока не понимаю, что надо делать вообще, если честно. Хорошо, я прошел все локации. Вот следующая локация. Группа Гепард. Типа, как заработать деньги, чтобы их потратить? Непонятно. Басуха делает вж-вж. Пиво? Да, конечно. И чё, блядь? Блядь, пацаны, я нихуя не понимаю вообще. А тут поменялось местами диалоги, видимо. Ну, небольшой баг. Да-да-да. Давать пизды Филиппу Анисимову. Блядь, а это обязательно? Зачем давать пизды чуваку, который колется? Церковь. Священник. Что хочешь. Ну, допустим, я грешник.
Я жую хуи. Я жую хлеб. Лох. В натуре. Заебись. Так. Блять, что? Что это такое, нахуй? Сейчас, не то произошло, что... Да, блядство. О, ебать, Варк. Витя Винокуров. Сгоняй за спичками, дам 10 гвоздей. Бля, заебись. То есть я смогу ширнуться, если... Ваганыч. Подошел к дереву. Да, я не знаю, сколько у меня есть. Я даже не знаю, сколько у меня есть. Не нужна тогда. Нахуй нам не нужна, блядь, пока. Ну, если что, короче, возьмем потом. А это кто, ебать? Слышь, Саня Блинов спиздил у меня козу. Не могу делать козлиный вибрато. Ну, я подсос Фреда. Чепушила ебаная, блядь. Да и похуй на тебя вообще. Так. Значит, мы с каким-то чувачком должны прийти на хату к этому, блядь, к Филиппу. Если то был Мусторг, по-моему, это он. И вот мы должны ему дать пизды. Борис, я в тебя верю. Так, зависимость появляется. Битва. Побег. Чё, блядь? Атака. Что за хуйня? Магия исцеления, блядь. Чё это за поебень? Я нихуя не понимаю вообще, что происходит. Зависимость атакует. Ладно, предмет. Пивко Балтика 1. Нихуя себе. Битва. Атака. Бля, нормально. На, еще по ней. Ебани, блядь. Наколдуй. Блядь, накастуй искру. Нихуя, заебись, я ёбнул зависимость. Пошли репетировать, да. Осуждаем Зигу, кстати, если что, так, чуть-чуть. Он мне гвоздей-то хоть насыпет, блядь, за это или нет? Создателя Коляна. Да нахуй он нужен, блядь. Короче, я ни, нихуя вообще не понял, блядь. Я по... Блядь, нет, тут не надо. Я нихуя не понимаю, блядь. Давайте пойдем дальше. Вот что здесь? Блядь, дом Ильи Мальмсена. В смысле, а чё... А чё здесь забыл Никита Марченко? Я подумаю. Блядь, надо у Фреда купить. Надо найти дом Юрия Петровича. Ты че за хуйня? Да, я выучил песню, да, сыграй что-нибудь. Ебать, он хуёво играет. Да как это скипнуть-то? Ты в группе. Так, теперь придите к левому нижнему углу. Ты должен при этом посетить всех соседей, блядь. Я понял. То есть надо... Да, блядь. Жухни их всех. Так, все, все пошли на студию. Блять, по-моему, они продублировались, типа, они были там и при этом стали еще одной копией. Вот,
Тут, по-моему, была церковь. А нет, там дом Ильи Мальмстина. А здесь, чё, блядь, нельзя зайти. Да, блядь, что же было церковью? По-моему, вот эта хуйня была церковью. Ёб твою мать. Может, вот это? Да, блядь, чё же не входит-то? Блядь, так. Еще, блядь, это же реально они задублировались, типа, получается. Две металлики есть, заебись. Там дорожка. Блядь, да тут везде дорожки, ебать. Вот это, что ли, блядь? Сука, я нихуя не вдупляю. Там был мусторг. Слева. Подсказки от разработчиков. Где ж такое видно, ебать? Ну, короче, это их дом. Они пошли сюда. Куда, блядь, дальше-то? Наверх или вниз надо идти? Вот, типа, отсюда. Тут что-то не интуитивно, непонятно. Красный дом. Куда ты пройти не мог? Блять. Вниз. Ой, они могут не по дороге ходить, заебись. И тут налево, типа, или чё? Ебать сосать, понял. Ну, надо было внимательно подсказки смотреть, я понял, так. Это чё за хуйня? Че за поебеть? Так, ладно, хорошо. Какие-то палатки. Юрка засал, не вышел на батл. Купи бифон 2020. Понятно. А это кто? Ну и хуета. Блять, куда я попал? В какой-то ёбаный лес, блять. Чё, это, короче, Металлика, когда въебали наркоты, мне кажется, они примерно вот, блять, такую хуйню и видели, типа, и... Типа, под как бы вот... ИРЛ. Блять, за что священника? Блять, а почему повторы пошли, блять? Я... Чё-то я ебать... Это выглядит как Б3... Подожди, а я могу тут ходить, что ли? Блять, а смысл тогда в этой поебине? Блять, лол, я могу... Ясно, я не могу теперь оттуда выйти. Я попал в черную... В хуйню. И не могу из нее выйти. Это была, блядь, ловушка Джокера. Ёбаный рот. О, вышел. Блядь, какой-то злоебучий лес. Сучий лесок. Ебать. Насрал в текстурах чисто, блядь. Блядь, где я? Чё я здесь делаю? Чё, как это? Блядь, так. Вот я куда-то попал. Так, блядь, в смысле? Да ебать, ты почему?
Так, этот господин не хочет со мной базарить. Блять, тут тоже проходится через эту все, ну, по стене можно ходить. Ну, как будто что-то плохое. Бля, я не могу с ним забазариться. А! Бля, теперь пизделовка с Джаредом Дайнсом. Ладно, битва, атака Джаред Дайнс, магия, искра. Этот пускай защищает, а этот... Блядь, предмета-то нет. И чё, блядь, сделать теперь? Атака Джаред Дайнс, всё, похуй. Да в смысле, вчетвером на одного-то, блядь? Бля, изи. Джен Сатана появляется. Блядь, что это за хуйня? Ладно, битва. Ты давай атакуй. Ты кастуй искру. Ты защищайся, а ты тогда тоже атакуй. Ну, атакуй, кастуй искру, защищайся и... нет, блядь, кастуй тоже искру, потому что искра мощно хуячит, блядь. Да хп у всех на максимуме, хилиться даже не надо, да, как бы? Понял. Джен демон убит, зачем? Сколько стоит поиграть? По идее, 20 рубчиков за минутку я беру. Блять, я не знаю. Я реально, вы хотите сказать, я это смогу, блять, за полчаса пройти, вот эту хуйню? Да, блять. Какого хуя? А, блять. Да это ж, блять. Так, по водичке я не пройдусь никак. Я убил, блядь, какую-то джен-сатану. Я не понимаю, ну вот, никуда идти, блядь, здесь, ничего делать. Лучше клавишами. Да уж, ладно. Так, здесь мы были. Так чё, куда надо-то, блядь? Разрабы, помогаем. Студия! О, я дошел, ебать, на студию. Так, ну. А, я должен так как бы на нее войти. Давайте писаться, идет запись. Бля, реально звучит как Металлика, охуенно. Я хочу дойти до Дермиора уже, если честно. Блять, это никак не скипнуть, да? Бля. Спустя 2 часа записи. Блядь, не так много, кстати. Пошли обмывать запись. Так, теперь надо обмывать. Домой надо идти или чё, блядь? Чё здесь? А, это хуйня какая-то. Сколько уровней? Да, бля, мне это, мне кажется, невозможно за полчаса пройти. Тут за тупо сейчас будут на 54 года. О, бухло. На 3-й уровень возьмите бутылку пива. Заебись. Еее. Так, 3-й уровень. Вж-вж-вж. Да, пизда. Максим из компании Oriflame. Пошел нахуй. Ок.
Че за хуета? Так, пошел отвечать. Концерт в клубе Джух-клуб на улице Чисто Рыбкинская, 21. 800 гвоздей. Бля, охуенно. Я надеюсь... Так, это мимо проходя Мусторг. Ну, Мусторг это ж там. Правильно? Где-то здесь был. Или вот то нижнее, красное. Вот это был Мусторг. Может быть, вот это Чисто Рыбкинская? Нет. Здесь был... Хуй знает чё, блядь. Это ж, блядь, был Мусторг. Это Том... Нет, Мусторг был... Блядь, а где был Мусторг? Какой-то сарай ебаный, блядь. Блядь. Ну, здесь же где-то. Снизу или не снизу? Если не снизу, значит сверху. Туда или куда, блядь? Или направо? А, наверное, туда, блядь. Рыба Чистинская. А Чисто Рыбинская где, блядь? А, ебать. Так, я понял. Это что такое, блядь? Сцена типа такая? О, это кто, блядь? Блядь, я опять куда-то в текстуры прошел. Блядь, хуй просышь вообще, как жить? Воры рифов. Так. Мастицкий. Ладно. Атака. Искра. Защита. Атака. Блять, какого хуя? Ему вообще похую, что ли, блять? Атака. Мастицкий. Магия. Искра. Магия. Блять, давайте-ка все накастуем, блять, искру ему поебалу. Бля, охуеть, он урона нанес. Ему магия вообще нипочем или что, я не понял, блядь. Хорошо. Тут предмет нужен, пивко. Этот должен магия хилка. И это тоже магия хилка. Так. Хомяков. Я думаю, должен дать пизды Мастицкому. Клим Бортников. Блять, пусть даст им... А, ему нечем дать пизды. На косту искру. Этот тоже давай попробуем дать пизды. А этот... На... Пускай хилится. Давай, блядь. Так. Да, блядь, атака ему похуй, атака ему похуй. Как ему пизды дать, я не понимаю, блядь, лол. Давай ты накастуй тогда искру. Ты накастуй, не знаю, блядь. А если все защищаться от него? Ебать, хомякому пизды дали, блядь. Так. Магия исцеления. Атака. Просто пиздани. Давайте все пизданем ему поебало. Может быть,
От кого-нибудь пройдет? Блять, вообще никак. Вообще похую, блять, пиздец. Так. Этот хилиться должен, я думаю. Ну, тогда пробуем... Магия исцеления. Я думаю, надо съебывать просто уже, бежать, блядь. Только сейчас подхилиться. Да, блядь. Как ему дать пизды? Блядь, ну я подхилиться-то могу? Давай похуй, я подхилюсь. Исцеление... Магия исцеления. А этот защищается, пускай. Блять, он убил Лёву Уварова! Пиздец, какого хуя? Я не могу убежать! Тут нет побега, блять! Чё за хуйня? Тут нет побега, блять! Это же тупизм, блять! И чё мне делать, блядь? Похуй, буду пизды ему давать. То есть чё, надо умереть, блядь, или чё? Я так понимаю, надо умереть просто, и может быть я попаду куда-нибудь в ад, но надо ему хотя бы пизды дать хорошенечко. Ебать, ну это, блядь, нечестно. Давайте попробуем сдохнуть просто. Тупо лещей ему, блядь, раздам. Блядь, сдих. Получи пизды, блядь. А этому вообще похую, блядь, он его не пиздит, блядь. Давайте все умрем, я думаю, мы попадем в какой-нибудь ад, блядь, или типа того. Я надеюсь, что там ждет дерьмёр великолепный. Бля. А, то есть так и надо было, то есть по квесту надо было проебать. Сука, я чё, должен еще и с этой хуйней сражаться? Блять, хп нет ни у кого. Ладно. Битва. Магия. Исцеление. Магия. Исцеление. Магия. Исцеление. Магия. Исцеление. Поехали. Так, блевотня наносит урон, но это насрать. Я думаю, я все равно буду просто хилиться и все, блядь. Сейчас похилимся, а потом пизды дадим блевотнине. Подхилились, подхилились. И все. Теперь, ну давай этот пизданет ему. Я думаю, надо накастовать магию. То есть блевотня все-таки должна побеждаться только магией, я считаю. На нахуй, блядь. Да заебало. А что это за блевотина такая мощная? Короче, все кастуем искру, потому что она просто мощно хуячит. Чем бить просто так, лучше просто искрой. А, заебись. О, 20 гвоздей. Блять, нам обещали 800 за выступление. Где, блять, выступить-то нахуй? Концерт. Ебать там. Ладно. Ладно.
у Жухлина после мегахлеба. Пошел нахуй, блядь, пес обоссанный. На следующий день. Да, блядь, надо отпиздить, блядь, Мегадет ебаный. Бессмертный пидорас, блядь, хуесос. Я принес вам гу. Ты пришел во дворец к Фреду, блядь, типа. Я принес вам гвозди, умоляю. Подойди и вручи мне гвозди. Пройдем, обсудим все за столом. Так. Было бы смешно, если бы 8-битный Джей сыграл, например, на фоне. На голодный желудок нельзя обсуждать. Надо сперва поесть хлеба. Ха-ха, я подложил туда гвозди. Ты охуел, сейчас он у меня получит. Блять, надо пиздиться с Фредом. Ну, Фреда будет... Фреда, мне кажется, можно тоже только магией как бы одолеть. А, блядь! Подожди, а магия хуячит по двум сразу? Так она хоть тогда вообще нужны? На, блядь! На, блядь! Я просто буду искрами, блядь, с памяти, все. Зачем мне вообще, блядь, переживать о чем-то, я не понимаю. Так. Зачем вообще пользоваться чем-то еще? Окей. Что же мы будем делать с Кириллом? Он мертв. Только поцелуй возлюбленного вернет его к жизни. А почему он мертв-то, блядь? Он съел... А, гвоздей съел. Блядь, фу! Это все, конец? Блядь! Это конец? То есть, как бы, конец игры в том, чтобы победить Фреда? Блять. А где Моисея Великанова найти? Я хочу еще раз, блять, как бы... Скажите мне, как, ну, как, а какие квесты надо пройти, чтобы попасть к Моисею Великанову? Там мне обещали Дельмиор там где-то есть, блять. Что надо для этого сделать? В Мусторге? Так. Вот это же Мусторг. Блять. Я опять за текстуры попал куда-то. О, ебать, так это я был все это время. Ну-ка. Блять. Я не мог до... Я думал, что это за хуйня там стоит, не мог до него доебаться, а это был я, оказывается. Во второй части. А, это только первая часть игры. В общем, вы спрашивали, почему Фред Гитарист перестал выпускать новые видео? Да потому что Кирилл Хомяков его, походу... Блять, он там продолжает играть? Отпиздил его в Хлебогорске. А долго я так буду играть там? Как доебаться, блять, до самого себя? Блять, почему нельзя? Что за хуйня? Вот я вот так же не мог до него доебаться. Я поэтому вообще думал, что это просто текстура. А это я, блядь, был. И что, нельзя повторно, типа, что ли? Блядь. Я не дослушал Master of Puppets.
Ну все тогда. Ебать, меню какое-то можно смотреть. Ноль гвозди. Ну, это по факту, что ноль гвоздей, как бы. Вот такой Хлебогорск. Блять, жалко, нет кнопки типа выход из игры, только крестом можно закрыть. Ну, бля, прикольно, прикольно, здорово. Здорово. Спасибо за донат, спасибо за игру. Мне, в общем-то, ждем Дерьмиора во второй части.